похоже на снег похоже на снег похоже на снег It looks like snow похоже на снег о чем ты говорил о чем ты говорил о чем ты говорил What did you talk about? о чем ты говорил Она ездила из Лондона в Париж. 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 Она очень хороший учитель. Она очень хороший учитель. Она очень хороший учитель. She is a very good Она очень хороший учитель. Эта книга показалась интересной. Эта книга показалась интересной. Эта книга показалась интересной. Эта книга показалась интересной. Интересно, прилетит ли самолет вовремя? Интересно, прилетит ли самолет вовремя? Интересно, прилетит ли самолет вовремя? I wonder if the plane will arrive on time. Интересно, прилетит ли самолет вовремя? Какая она? Какая она? Какая она? What is she like? Какая она? Я чувствовала себя очень счастливой. Я чувствовала себя очень счастливой. Я чувствовала себя очень счастливой. I felt very happy. Я чувствовала себя очень счастливой. Он без ума от бейсбола. Он без ума от бейсбола. Он без ума от бейсбола. He is crazy about baseball. Он без ума от бейсбола. Все любят музыку. Все любят музыку. Все любят музыку. Everybody loves music. Все любят музыку. Я предпочитаю мясо рыбе. Я предпочитаю мясо рыбе. Я предпочитаю мясо рыбе. I prefer meat to fish. Я предпочитаю мясо рыбе. Мои деньги были украдены. Мои деньги были украдены. Мои деньги были украдены. My money was stolen. Мои деньги были украдены. Вода замерзает при температуре 0 градусов Цельсия. Вода замерзает при температуре 0 градусов Цельсия. Вода замерзает при температуре 0 градусов Цельсия. Water freezes at zero degrees centigrade. Вода замерзает при температуре 0 градусов Цельсия. Боль усиливается. Боль усиливается. Боль усиливается. The pain is worse. Боль усиливается. Мне нравится этот молодой человек. 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 Like Слоны живут в Азии и Африке. Слоны живут в Азии и Африке. Слоны живут в Азии и Африке. Elephants live in Asia and Africa. Слоны живут в Азии и Африке. Я забыл запереть кладовку. Я забыл запереть кладовку. Я забыл запереть кладовку. I forgot to lock the storeroom. Я забыл запереть кладовку. У меня аллергия на молоко. У меня аллергия на молоко. У меня аллергия на молоко. I have an allergy to milk. У меня аллергия на молоко. Есть много слов, которые я не понимаю. Есть много слов, которые я не понимаю. Есть много слов, которые я не понимаю. There are many words that I don't understand. Есть много слов, которые я не понимаю. Моя жена готовит ужин прямо сейчас. Моя жена готовит ужин прямо сейчас. Моя жена готовит ужин прямо сейчас. My wife is preparing dinner right now. Моя жена готовит ужин прямо сейчас. Как неловко. Как неловко. Как неловко. How embarrassing. Как неловко. Дул сильный ветер. Дул сильный ветер. Дул сильный ветер. A strong wind was blowing. Дул сильный ветер. Прекрасный день, не так ли? 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 Посмотрите на карту на странице 62. Посмотрите на карту на странице 62. Посмотрите на карту на странице 62. Look at the map on page 62. Посмотрите на карту на странице 62. Я должен навестить своего друга в больнице. Я должен навестить своего друга в больнице. Я должен навестить своего друга в больнице. I must visit my friend in the hospital. Я должен навестить своего друга в больнице. Он всем нравится. Он всем нравится. Он всем нравится. Everybody likes him. Он всем нравится. Я попросила его начать немедленно. Я попросила его начать немедленно. Я попросила его начать немедленно. I asked him to start at once. Я попросила его начать немедленно. Я могу чистить яблоко. Я могу чистить яблоко. Я могу чистить яблоко. I can peel an apple. Я могу чистить яблоко. Ты можешь это сделать, не так ли? Ты можешь это сделать, не так ли? Ты можешь это сделать, не так ли? You can do it, can't you? Ты можешь это сделать, не так ли? Он смотрит телевизор. Он смотрит телевизор. Он смотрит телевизор. He is watching TV он смотрит телевизор. Читай за мной. Читай за мной. Читай за мной. Read after me. Читай за мной. Что в коробке? Что в коробке? Что в коробке? What's in the box? Что в коробке? Чей это карандаш? Чей это карандаш? Чей это карандаш? Whose pencil is this? Чей это карандаш? Лошадь бежит быстро. Лошадь бежит быстро. Лошадь бежит быстро. A horse runs Лошадь бежит быстро. Я ему завидую. Я ему завидую. Я ему завидую. Я ему завидую. Он боится заболеть. Он боится заболеть. Он боится заболеть. He is afraid of becoming sick. Он боится заболеть. Где туалет? Где туалет? Где туалет? Where's the restroom? Где туалет? Сколько у тебя книг? Сколько у тебя книг? Сколько у тебя книг? How many books do you have? Сколько у тебя книг? Пока нет. Пока нет. Пока нет. It's not so far. Пока нет. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Как тебя зовут? What's your name? Как тебя зовут? Оставь меня в покое. Оставь меня в покое. Оставь меня в покое. Let me go alone. Оставь меня в покое. Мой отец был занят. Мой отец был занят. Мой отец был занят. My father was busy. Мой отец был занят. Мне нужна первая помощь. Мне нужна первая помощь. Мне нужна первая помощь. I need first aid. Мне нужна первая помощь. Ты останешься дома. Ты останешься дома. Ты останешься дома. Ты останешься дома. You will stay at home. Ты останешься дома. Растения умирают без воды. Растения умирают без воды. Растения умирают без воды. Die water. Растения умирают без воды. Мы не знали, что делать. Мы не знали, что делать. Мы не знали, что делать. We didn't know what to do. Мы не знали, что делать. Эй, куда ты идешь? Эй, куда ты идешь? Эй, куда ты идешь? Эй, куда ты идешь? У меня есть черно-белая собака. У меня есть черно-белая собака. У меня есть черно-белая собака. I have a black and white dog. У меня есть черно-белая собака. Ты играл в теннис вчера утром? Ты играл в теннис вчера утром? Ты играл в теннис вчера утром? Were you playing tennis yesterday morning? Ты играл в теннис вчера утром? Пожалуйста, следуйте за мной. Пожалуйста, следуйте за мной. Пожалуйста, следуйте за мной. Пожалуйста, следуйте за мной. Я был там вчера. Я был там вчера. Я был там вчера. I went there yesterday. Я был там вчера. Я долгое время ждал ее. Я долгое время ждал ее. Я долгое время ждал ее. I waited for her for a long time. Я долгое время ждал ее. Не могли бы вы замолчать? Не могли бы вы замолчать? Не могли бы вы замолчать? Would you please stop talking? Не могли бы вы замолчать? Погода обычно жаркая в июле. Погода обычно жаркая в июле. Погода обычно жаркая в июле. The weather is usually hot in July. Погода обычно жаркая в июле. Я могу сделать это в два раза быстрее. Я могу сделать это в два раза быстрее. Я могу сделать это в два раза быстрее. I can do it in half the time. Я могу сделать это в два раза быстрее. Все цветы в саду желтые. 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 Как погода в Нью-Йорке. Как погода в Нью-Йорке. Как погода в Нью-Йорке? Как погода в Нью-Йорке? Он сидел на скамейке запасных. Он сидел на скамейке запасных. Он сидел на скамейке запасных. He was sitting on a bench. Он сидел на скамейке запасных. Он рано просыпается. Он рано просыпается. Он рано просыпается. He wakes up early. Он рано просыпается. Я бы хотел позвонить родителям. Я бы хотел позвонить родителям. Я бы хотел позвонить родителям. I'd like to call my parents. Я бы хотел позвонить родителям. <звы> Они японцы? Они японцы? Они японцы? Are they Japanese? Они японцы? мой язык сгорел от чили мой язык сгорел от чили мой язык сгорел от чили The chili burnt my tongue. мой язык сгорел от чили я хочу поговорить с тобой я хочу поговорить с тобой я хочу поговорить с тобой I want to talk to you. Я хочу поговорить с тобой. Он играет в гольф по выходным. 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 У тебя есть время? У тебя есть время? У тебя есть время? Do you have some time? У тебя есть время? Я бы хотел отправить этот пакет в Японию. Я бы хотел отправить этот пакет в Японию. Я бы хотел отправить этот пакет в Японию. I'd like to send this package to Japan. Я бы хотел отправить этот пакет в Японию. Это далеко отсюда до школы. 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 Не принимай его слова близко к сердцу. 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 Они продают ноутбуки в этом магазине. Они продают ноутбуки в этом магазине. Они продают ноутбуки в этом магазине. Do they sell at that store? Они продают ноутбуки в этом магазине. Он был занят вчера днем. Он был занят вчера днем. Он был занят вчера днем. He was busy yesterday afternoon. Он был занят вчера днем. Кто сломал вазу? Кто сломал вазу? Кто сломал вазу? Кто сломал вазу? Вы когда-нибудь были в Африке? Вы когда-нибудь были в Африке? вы когда-нибудь были в африке Have you ever been to вы когда-нибудь были в африке а теперь перестань плакать а теперь перестань плакать а теперь перестань плакать Now stop crying. а теперь перестань плакать Мне трудно ответить на этот вопрос. Мне трудно ответить на этот вопрос. Мне трудно ответить на этот вопрос. It is for me to the Мне трудно ответить на этот вопрос. Это моя собака. Это моя собака. Это моя собака. This is my dog. Это моя собака. Том любит играть в бейсбол. Том любит играть в бейсбол. Том любит играть в бейсбол. Том бейсбол. Том любит играть в бейсбол. Я слышал, как кто-то обзывал меня. 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 Своим успехом он обязан своим родителям. Своим успехом он обязан своим родителям. Своим успехом он обязан своим родителям. He owes his success to his parents. Своим успехом он обязан своим родителям. Вы можете добраться до вокзала на автобусе. Вы можете добраться до вокзала на автобусе. Вы можете добраться до вокзала на автобусе. You can go to the station by bus. Вы можете добраться до вокзала на автобусе. Хобби моего отца рыбалка. Хобби моего отца рыбалка. Хобби моего отца рыбалка. My father's hobby is fishing. Хобби моего отца рыбалка. Что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду? What do you mean? Что ты имеешь в виду? Он недавно умер. Он недавно умер. Он недавно умер. He died recently. Он недавно умер. Как далеко отсюда? Как далеко отсюда? Как далеко отсюда? How far is it from here? Как далеко отсюда? Он начал бежать. Он начал бежать. Он начал бежать. Он начал бежать. He began running. Ты выглядишь больным. Ты выглядишь больным. Ты выглядишь больным. Ты выглядишь больным. Я играю в видеоигры. Я играю в видеоигры. Я играю в видеоигры. Видео I play video games. Я играю в видеоигры. Он не ответил на мой вопрос. Он не ответил на мой вопрос. Он не ответил на мой вопрос. He didn't answer my question. Он не ответил на мой вопрос. Она хочет стать дизайнером. Она хочет стать дизайнером. Она хочет стать дизайнером. She wants to be a designer. Она хочет стать дизайнером. Мы думали, что вы женаты. 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 У плодов есть семена. У плодов есть семена. У плодов есть семена. Fruits have seeds in them. У плодов есть семена. Пожалуйста, одолжи мне свою машину. Пожалуйста, одолжи мне свою машину. Пожалуйста, одолжи мне свою машину. Please, lend me your car. Пожалуйста, одолжи мне свою машину. Он вернулся из Голландии в июне. Он вернулся из Голландии в июне. Он вернулся из Голландии в июне. He returned from Holland in June. Он вернулся из Голландии в июне. Как долго они жили в Англии? Как долго они жили в Англии? Как долго они жили в Англии? How long did they live in England? Как долго они жили в Англии? Где вход в музей? Где вход в музей? Где вход в музей? Where is the entrance to the museum? Где вход в музей? Ты сделал, Ты сделал мудрый выбор. Ты сделал мудрый выбор. Ты сделал мудрый выбор. You made a wise choice. Ты сделал мудрый выбор. Думаю, нам лучше подождать еще полчаса. Думаю, нам лучше подождать еще полчаса. Думаю, нам лучше подождать еще полчаса. I think we had better wait another 30 minutes. Думаю, нам лучше подождать еще полчаса. Похоже, он был очень счастлив. Похоже, он был очень счастлив. Похоже, он был очень счастлив. He seemed to have been very happy. Похоже, он был очень счастлив. Оставаться дома это не весело. Оставаться дома это не весело. Оставаться дома это не весело. Staying home isn't fun. Оставаться дома это не весело. Не ври. Не ври. Не ври. Don't tell lies. Не ври. <биггерия> Снаружи кажется тепло. Снаружи кажется тепло. Снаружи кажется тепло. It seems warm outside. Снаружи кажется тепло. Мы хотели бы остаться здесь на ночь. Мы хотели бы остаться здесь на ночь. Мы хотели бы остаться здесь на ночь. We would like to stay here tonight. Мы хотели бы остаться здесь на ночь. Хотел бы я летать, как птица. Хотел бы я летать как птица. Хотел бы я летать как птица. Хотел бы я летать как птица. Он добрый мальчик. Он добрый мальчик. Он добрый мальчик. He is a kind boy. Он добрый мальчик. Не выключайте свет. Не выключайте свет. Не выключайте свет. Don't turn off the light. Не выключайте свет. Я бы хотел увидеть тебя снова на следующей неделе. Я бы хотел увидеть тебя снова на следующей неделе. Я бы хотел увидеть тебя снова на следующей неделе. I'd like to see you again next week. Я бы хотел увидеть тебя снова на следующей неделе. Он был женат на ее сестре. Он был женат на ее сестре. Он был женат на ее сестре. He was married to her sister. Он был женат на ее сестре. Я все еще занят. Я все еще занят. Я все еще занят. Я все еще занят. Посмотрим, включен ли газ. Посмотрим, включен ли газ. Посмотрим, включен ли газ. See if the gas is turned off. Посмотрим, включен ли газ. Что в этой коробке? Что в этой коробке? Что в этой коробке? What is in this box? Что в этой коробке? Тебя не было прошлой ночью. Тебя не было прошлой ночью. Тебя не было прошлой ночью. Were you out last night? Тебя не было прошлой ночью. Ты должна обращать на него внимание. Ты должна обращать на него внимание. Ты должна обращать на него внимание. You must pay attention to him. Ты должна обращать на него внимание. Кто эта женщина? Кто эта женщина? Кто эта женщина? Кто эта женщина? Это необычно для него вставать пораньше. Это необычно для него вставать пораньше. Это необычно для него вставать пораньше. It's unusual for him to get up early. Это необычно для него вставать пораньше. Понадобилось пять минут, чтобы добраться до станции. Понадобилось пять минут, чтобы добраться до станции. Понадобилось пять минут, чтобы добраться до станции. It took five minutes to get to the station. Понадобилось пять минут, чтобы добраться до станции. Они живут в этом городе уже 10 лет. Они живут в этом городе уже десять лет. Они живут в этом городе уже десять лет. They have lived in this town for ten years. Они живут в этом городе уже 10 лет. Рассчитывай на меня. Рассчитывай на меня. Рассчитывай на меня. Рассчитывай на меня. Я пошел прогуляться по парку. Я пошел прогуляться по парку. Я пошел прогуляться по парку. I went for a walk in the park. Я пошел прогуляться по парку. Я хочу хороший словарь. Я хочу хороший словарь. Я хочу хороший словарь. I want a good dictionary. Я хочу хороший словарь. <звучит> Большинство проголосовало против законопроекта. Большинство проголосовало против законопроекта. Большинство проголосовало против законопроекта. Большинство проголосовало против законопроекта. Простите, я уронила нож. Простите, я уронила нож. Простите, я уронила нож. I'm sorry, I dropped my knife. Простите, я уронила нож. Ты сегодня выглядишь бледной. Ты сегодня выглядишь бледной. Ты сегодня выглядишь бледной. You look pale today. Ты сегодня выглядишь бледной. Я немного говорю по японски. Я немного говорю по японски. Я немного говорю по японски. I speak a little Japanese. Я немного говорю по японски. Мне нужно поспать. Мне нужно поспать. Мне нужно поспать. I need to get some sleep. Мне нужно поспать. Я не могу перестать плакать. Я не могу перестать плакать. Я не могу перестать плакать. I can't help crying. Я не могу перестать плакать. Я хочу однажды поехать в Америку. Я хочу однажды поехать в Америку. Я хочу однажды поехать в Америку. I want to go to America Я хочу однажды поехать в Америку. Чем могу помочь? Чем могу помочь? Чем могу помочь? May I help you? Чем могу помочь? Он умеет водить машину. Он умеет водить машину. Он умеет водить машину. He is good at driving. Он умеет водить машину. Тихо, или ребенок проснется. Тихо, или ребенок проснется. Тихо, или ребенок проснется. Be quiet, or the baby will wake up. Тихо, или ребенок проснется. Я видел, как он прыгал. Я видел, как он прыгал. Я видел, как он прыгал. I saw him jump. Я видел, как он прыгал. Он изменил на экзамене по биологии. Он изменил на экзамене по биологии. Он изменил на экзамене по биологии. He cheated on the biology exam. Он изменил на экзамене по биологии. Как давно вы с ней знакомы? Как давно вы с ней знакомы? Как давно вы с ней знакомы? How long have you known her? Как давно вы с ней знакомы? Время летит как стрела. Время летит как стрела. Время летит как стрела. Время летит как стрела. Я начинаю вспоминать это. Я начинаю вспоминать это. Я начинаю вспоминать это. I am beginning to remember it. Я начинаю вспоминать это. Он сидел, Он сидел между Мэри и Томом. 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 Я помогла ей помыть посуду. Я помогла ей помыть посуду. Я помогла ей помыть посуду. I helped her wash dishes. Я помогла ей помыть посуду. Я часто вижу его. Я часто вижу его. Я часто вижу его. I often see him. Я часто вижу его. Тебе нравится английский не так ли? Тебе нравится английский не так ли? Тебе нравится английский не так ли? You like English, don't you? Тебе нравится английский не так ли? Что-то не так с моим письмом? 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 Это очень старая книга. Это очень старая книга. Это очень старая книга. This is a very old book. Это очень старая книга. Мы видели облака над горой. Мы видели облака над горой. Мы видели облака над горой. We saw clouds above the mountain. Мы видели облака над горой. Ребенок пострадал. Ребенок пострадал. Ребенок пострадал. The kid got hurt. Ребенок пострадал Он смеялся, несмотря ни на что. Он смеялся, несмотря ни на что. Он смеялся, несмотря ни на что. He laughed, in spite of himself. Он смеялся, несмотря ни на что. Ты не моложе меня. Ты не моложе меня. No Ты не моложе меня. Ты не моложе меня. Мы первые приехали. Мы первые приехали. Мы первые приехали. Мы первые приехали. Хлеб изготавливается из пшеницы. Хлеб изготавливается из пшеницы. Хлеб изготавливается из пшеницы. Bread is made from wheat. Хлеб изготавливается из пшеницы. Он снял очки. Он снял очки. Он снял очки. He took off his glasses. Он снял очки. Не оставляй окно открытым. Не оставляй окно открытым. Не оставляй окно открытым. Don't leave the window open. Не оставляй окно открытым. Моя мама разрезала торт. Моя мама разрезала торт. Моя мама разрезала торт. My mother cut the cake. Моя мама разрезала торт. Мой дядя сделал меня таким, какой я есть сегодня. Мой дядя сделал меня таким, какой я есть сегодня. Мой дядя сделал меня таким, какой я есть сегодня. My uncle has made me what I am today. Мой дядя сделал меня таким, какой я есть сегодня. Твои мечты сбылись. Твои мечты сбылись. Твои мечты сбылись. Your dreams have come true. Твои мечты сбылись. Я оставил свой словарь внизу. Я оставил свой словарь внизу. Я оставил свой словарь внизу. I left my dictionary downstairs. Я оставил свой словарь внизу. Во сколько будет подан ужин? 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 Береги себя. Береги себя. Береги себя. Take care. Береги себя. Мой брат работает в банке. Мой брат работает в банке. Мой брат работает в банке. My brother works in a bank. Мой брат работает в банке. Я хочу отправить это письмо в Японию. 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 Я сейчас подмигну. Я сейчас подмигну. Я сейчас подмигну. I'll be back in a wink. Я сейчас подмигну. Я хочу с кем-то поговорить. Я хочу с кем-то поговорить. Я хочу с кем-то поговорить. I want someone to talk to. Я хочу с кем-то поговорить. Ты можешь бежать быстро. Ты можешь бежать быстро. Ты можешь бежать быстро. Can you run fast? Ты можешь бежать быстро. Это книга, о которой я тебе говорил. Это книга, о которой я тебе говорил. Это книга, о которой я тебе говорил. This is the book that I told you about. Это книга, о которой я тебе говорил. Могу я кое-что спросить? Могу я кое-что спросить? Могу я кое-что спросить? Могу я кое-что спросить? Принтеру нужна бумага. Принтеру нужна бумага. Принтеру нужна бумага. The printer needs paper. Принтеру нужна бумага. <звук> Лучше бы тебе туда не ходить. Лучше бы тебе туда не ходить. Лучше бы тебе туда не ходить. You'd better not go there. Лучше бы тебе туда не ходить. Мы подружились с Томом. Мы подружились с Томом. Мы подружились с Томом. We have made friends with Tom. Мы подружились с Томом. <звук> Тебе лучше не уходить. Тебе лучше не уходить. Тебе лучше не уходить. You'd better not go. Тебе лучше не уходить. Приходите ко мне. Приходите ко мне. Приходите ко мне. Come and see me. Приходите ко мне. Я умею хорошо плавать. Я умею хорошо плавать. Я умею хорошо плавать I can swim well. Я умею хорошо плавать. Он вошел в мою комнату без разрешения. Он вошел в мою комнату без разрешения. Он вошел в мою комнату без разрешения. He entered my room without permission. Он вошел в мою комнату без разрешения. Завтра я буду отсутствовать. Завтра я буду отсутствовать. Завтра я буду отсутствовать. I'll be Завтра я буду отсутствовать. Все наши планы провалились. Все наши планы провалились. Все наши планы провалились. All our plans went wrong. Все наши планы провалились. Я женился восемь лет назад. Я женился восемь лет назад. Я женился восемь лет назад. I got married eight years ago. Я женился восемь лет назад. Хотел бы я. Хотел бы я. Хотел бы я. I wish I could. Хотел бы я. Я хочу, чтобы ты сказал мне правду. Я хочу, чтобы ты сказал мне правду. Я хочу, чтобы ты сказал мне правду. I want you to tell me the truth. Я хочу, чтобы ты сказал мне правду. Закрой рот. Закрой рот. Закрой рот. Закрой рот. Держись за веревку. Держись за веревку. Держись за веревку. Hold on to the rope. Держись за веревку. В этом году у нас было много снега. В этом году у нас было много снега. В этом году у нас было много снега. We have had plenty of snow this year. В этом году у нас было много снега. Завтра может пойти дождь. Завтра может пойти дождь. Завтра может пойти дождь. It may rain tomorrow. Завтра может пойти дождь. <зв Sí> Мне не следовало вставать так рано. Мне не следовало вставать так рано. Мне не следовало вставать так рано. I shouldn't have gotten up so early. Мне не следовало вставать так рано. Человек лишил его всех денег. Человек лишил его всех денег. Человек лишил его всех денег. The man robbed him of all his money. Человек лишил его всех денег. Я убедил его принять в этом участие. Я убедил его принять в этом участие. Я убедил его принять в этом участие. I him to take part in it. Я убедил его принять в этом участие. Надеюсь, сегодняшняя игра не будет отменена. 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 Зима в Нью-Йорке может быть очень холодной. Зима в Нью-Йорке может быть очень холодной. Зима в Нью-Йорке может быть очень холодной. Winter in New York can be very cold. Зима в Нью-Йорке может быть очень холодной. Я съела гамбургер и заказала еще один. Я съела гамбургер и заказала еще один. Я съела гамбургер и заказала еще один I ate a hamburger and ordered another. Я съела гамбургер и заказала еще один. Кто ваш учитель? Кто ваш учитель? Кто ваш учитель? Кто ваш учитель? Красивый цветок, не так ли? Красивый цветок, не так ли? Красивый цветок, не так ли? This flower is beautiful, isn't it? Красивый цветок, не так ли? Это ваша первая поездка за границу. Это ваша первая поездка за границу. Это ваша первая поездка за границу. Is this your first trip abroad? Это ваша первая поездка за границу. Мы обедали в полдень. Мы обедали в полдень. Мы обедали в полдень. We had Мы обедали в полдень. Один из этих двух ответов верен. Один из этих двух ответов верен. Один из этих двух ответов верен. One of these two answers is right. Один из этих двух ответов верен. Я бы хотел есть суши. Я бы хотел есть суши. Я бы хотел есть суши. I would like to eat sushi. Я бы хотел есть суши. Сколько стоит этот галстук? Сколько стоит этот галстук? Сколько стоит этот галстук? How much is this tie? Сколько стоит этот галстук? У меня болит ухо. У меня болит ухо. У меня болит ухо. I have an У меня болит ухо. Я не знаю, повернуть налево или направо. Я не знаю, повернуть налево или направо. Я не знаю, повернуть налево или направо. I don't know to turn left or right. Я не знаю, повернуть налево или направо. Чем ты занимаешься? Чем ты занимаешься? Чем ты занимаешься? What do you do? Чем ты занимаешься? Добавьте немного сахара и сливок. Добавьте немного сахара и сливок. Добавьте немного сахара и сливок. Add a little sugar and cream Добавьте немного сахара и сливок. Он был очень счастлив. Он был очень счастлив. Он был очень счастлив. He was very happy. Он был очень счастлив. Я не спала допоздна прошлой ночью. Я не спала допоздна прошлой ночью. Я не спала допоздна прошлой ночью. I stayed up late last night. Я не спала допоздна прошлой ночью. Он ее друг. Он ее друг. Он ее друг. He is her friend. Он ее друг. Покажи мне другую камеру. Покажи мне другую камеру. Покажи мне другую камеру. Show me another Покажи мне другую камеру. Она меня, Она меня тоже не понимает. Она меня тоже не понимает. Она меня тоже не понимает. She doesn't understand me either. Она меня тоже не понимает. Спросите его, когда следующий самолет улетает. 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 Она говорит по-французски. Она говорит по-французски. Она говорит по-французски. she speak Она говорит по-французски. Он гуляет. Он гуляет. Он гуляет. He is taking a walk. Он гуляет. Дай посмотреть. Дай посмотреть. Дай посмотреть. Let me see it. Дай посмотреть. Он посоветовал ей прекратить пить. Он посоветовал ей прекратить пить. Он посоветовал ей прекратить пить. He advised her to stop drinking. Он посоветовал ей прекратить пить. Многие из нас устали. Многие из нас устали. Многие из нас устали. Many of us were tired. Многие из нас устали. Расскажи мне об этом. Расскажи мне об этом. Расскажи мне об этом. Tell me about it. Расскажи мне об этом. Я очень занят. Я очень занят. Я очень занят. I'm very Я очень занят. Сколько лет твоему дедушке? Сколько лет твоему дедушке? Сколько лет твоему дедушке? How old is your grandfather? Сколько лет твоему дедушке? Давай пообедаем. Давай пообедаем. Давай пообедаем. Let's have lunch. Давай пообедаем. У меня назначена встреча с ним в шесть. 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 Я отдам его тебе. Я отдам его тебе. Я отдам его тебе. I will give it to you. Я отдам его тебе. Это автоматическая дверь. Это автоматическая дверь. Это автоматическая дверь. This is an automatic door. Это автоматическая дверь. Каждый студент имеет доступ к библиотеке. Каждый студент имеет доступ к библиотеке. Каждый студент имеет доступ к библиотеке. Every student has access to the library. Каждый студент имеет доступ к библиотеке. Я был не так силен, как мой отец. Я был не так силен, как мой отец. Я был не так силен, как мой отец. I was not as as my Я был не так силен, как мой отец. Она сделает это через 24 часа. Она сделает это через 24 часа. Она сделает это через 24 часа. She'll do it in 24 hours. Она сделает это через 24 часа. Можно я воспользуюсь этим велосипедом? 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 Я положу его в ящик. Я положу его в ящик. Я положу его в ящик. I put it in the drawer. Я положу его в ящик. Мне не нравятся эти часы. Мне не нравятся эти часы. Мне не нравятся эти часы. I don't like this watch Мне не нравятся эти часы. В этом доме есть две ванные комнаты. В этом доме есть две ванные комнаты. В этом доме есть две ванные комнаты This house has two bathrooms. В этом доме есть две ванные комнаты. Как долго ты останешься здесь? Как долго ты останешься здесь? Как долго ты останешься здесь? How long will you stay here? Как долго ты останешься здесь? Она говорила так, будто ничего не произошло. Она говорила так, будто ничего не произошло. Она говорила так, будто ничего не произошло. She spoke as had Она говорила так, будто ничего не произошло. Ты можешь отдать книгу тому, кто захочет. Ты можешь отдать книгу тому, кто захочет. Ты можешь отдать книгу тому, кто захочет. You may give the book to whoever wants it. Ты можешь отдать книгу тому, кто захочет. Остров теплый круглый год. Остров теплый круглый год. Остров теплый круглый год. The island is warm all year. Остров теплый круглый год. Я только что видела его. Я только что видела его. Я только что видела его. I saw him just now. Я только что видела его. Здание построено в 1960 году. Здание построено в 1960 году. Здание построено в 1960 году. The building was built in 1960. Здание построено в 1960 году. Мне пора идти. Мне пора идти. Мне пора идти. I've got to go now. Мне пора идти. Все еще идет дождь. Все еще идет дождь. Все еще идет дождь. Is it still raining? Все еще идет дождь. Я потерял часы. Я потерял часы я потерял часы i lost my watch я потерял часы она носит много косметики она носит много косметики она носит много косметики She wears a lot of makeup. она носит много косметики я болею в постели с прошлой пятницы. Я болею в постели с прошлой пятницы. Я болею в постели с прошлой пятницы I have been ill in bed since last Friday. Я болею в постели с прошлой пятницы. Любой день подходит, кроме понедельника. Любой день подходит, кроме понедельника. Любой день подходит, кроме понедельника. Any day will do, Любой день подходит, кроме понедельника. Мы прибыли в офис вовремя. Мы прибыли в офис вовремя. Мы прибыли в офис вовремя. We arrived at the office on time. Мы прибыли в офис вовремя. Английский язык легко выучить. Английский язык легко выучить. Английский язык легко выучить. English is easy to learn. Английский язык легко выучить. Который час? Который час? Который час? What time is it? Который час? <звёк> Мэри умеет хорошо танцевать. Мэри умеет хорошо танцевать. Мэри умеет хорошо танцевать. Мэри can dance well. Мэри умеет хорошо танцевать. Держи свою комнату в чистоте. Держи свою комнату в чистоте. Держи свою комнату в чистоте. Keep your room clean. Держи свою комнату в чистоте. Я легкомысленный. Я легкомысленный. Я легкомысленный. I'm easy going. Я легкомысленный. Думаю, ей сорок. Думаю, ей сорок. Думаю, ей сорок. Думаю, ей сорок. Я получил ваше письмо. Я получил ваше письмо. Я получил ваше письмо. I received your letter. Я получил ваше письмо. У нас было очень жаркое лето в этом году. У нас было очень жаркое лето в этом году. У нас было очень жаркое лето в этом году. We had a very hot summer this year. У нас было очень жаркое лето в этом году. Они слушали радио. Они слушали радио. Они слушали радио. Они слушали радио. Он учился два часа. Он учился два часа. Он учился два часа. He has been studying for two hours. Он учился два часа. Ты гений. Ты гений. Ты гений. You're a genius. Ты гений. спросите его где он припарковал свою машину 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 Ты можешь решить эту проблему ты можешь решить эту проблему? Ты можешь решить эту проблему? Can you do this problem? Ты можешь решить эту проблему? Я горжусь тобой. Я горжусь тобой. Я горжусь тобой. I'm proud of you. Я горжусь тобой. Я повернул дверную ручку. Я повернул дверную ручку. Я повернул дверную ручку. I turned the Я повернул дверную ручку. Вы когда-нибудь были в Токио? Вы когда-нибудь были в Токио? Вы когда-нибудь были в Токио? Have you ever been to Tokyo? Вы когда-нибудь были в Токио? Улик нет. Улик нет. Улик нет. There's no evidence. Улик нет. Короче говоря, встреча была пустой тратой времени. Короче говоря, встреча была пустой тратой времени. Короче говоря, встреча была пустой тратой времени. The meeting, in short, was a waste of time. Короче говоря, встреча была пустой тратой времени. Она любит апельсины. Она любит апельсины. Она любит апельсины. She likes oranges. Она любит апельсины. Я буду с тобой через секунду. Я буду с тобой через секунду. Я буду с тобой через секунду. I'll be with you in a second. Я буду с тобой через секунду. Вот немного воды. Вот немного воды. Вот немного воды. Here's some water. Вот немного воды. Завтра мой выходной. Завтра мой выходной. Завтра мой выходной. Tomorrow is my day off. Завтра мой выходной. Я хожу к отцу дважды в год. Я хожу к отцу дважды в год. Я хожу к отцу дважды в год. I go to my father's place twice a year. Я хожу к отцу дважды в год. Пианино – дорогое удовольствие. Пианино – дорогое удовольствие. Пианино – дорогое удовольствие. A piano is expensive. Пианино – дорогое удовольствие. Я послал открытку Мэри. Я послал открытку Мэри. Я послал открытку Мэри. He sent a card to Mary. Я послал открытку Мэри. Сегодня очень холодно, не так ли? Сегодня очень холодно, не так ли? Сегодня очень холодно, не так ли? It is very cold today, isn't it? Сегодня очень холодно, не так ли? Все мы молчали. Все мы молчали. Все мы молчали. All of us were silent. Все мы молчали. Они встретили меня с улыбкой. Они встретили меня с улыбкой. Они встретили меня с улыбкой. They greeted me with a smile. Они встретили меня с улыбкой. Я никогда не скажу. Я никогда не скажу. Я никогда не скажу. I will never tell. Я никогда не скажу. Некоторые мальчики пришли в класс. Некоторые мальчики пришли в класс. Некоторые мальчики пришли в класс. Some boys came into the classroom. Некоторые мальчики пришли в класс. У нас мало возможностей говорить по-немецки. У нас мало возможностей говорить по-немецки. У нас мало возможностей говорить по-немецки. We have few opportunities to speak German. У нас мало возможностей говорить по-немецки. Помоги мне с этой сумкой. Помоги мне с этой сумкой. Помоги мне с этой сумкой. Give me a hand with this bag. Помоги мне с этой сумкой. Как зовут вашу дочь? Как зовут вашу дочь? Как зовут вашу дочь? What's your name? Как зовут вашу дочь? Он не курит. Он не курит. Он не курит. He does not smoke. Он не курит. Я не люблю говорить на публике. Я не люблю говорить на публике. Я не люблю говорить на публике. I don't like to speak in public. Я не люблю говорить на публике. Он был лишен всех своих денег. Он был лишен всех своих денег. Он был лишен всех своих денег. He was robbed of all his money. Он был лишен всех своих денег. Ты был с кем-нибудь? Ты был с кем-нибудь? Ты был с кем-нибудь? Were you with anyone? Ты был с кем-нибудь? Он умный мальчик. Он умный мальчик. Он умный мальчик. He is a clever boy. Он умный мальчик. Он очень подавлен. Он очень подавлен. Он очень подавлен. He is very depressed. Он очень подавлен. Я позавтракал в семь тридцать. 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 Я хочу что-нибудь поесть. Я хочу что-нибудь поесть. Я хочу что-нибудь поесть. I want to eat something. Я хочу что-нибудь поесть. Сыр изготавливается из молока. Сыр изготавливается из молока. Сыр изготавливается из молока. Cheese is made from milk. Сыр изготавливается из молока. Я вернусь в половине шестого. Я вернусь в половине шестого. Я вернусь в половине шестого. I will be back at half past six. Я вернусь в половине шестого. Он всегда, со мной. Он всегда со мной. Он всегда со мной. Он всегда со мной. Он всегда со мной. Хотел бы я заработать больше денег. 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 <звы> У него очень дорогие часы. У него очень дорогие часы. У него очень дорогие часы. He has a very expensive watch. У него очень дорогие часы. Никто не сможет побить его рекорд. Никто не сможет побить его рекорд. Никто не сможет побить его рекорд. Nobody can break his record. Никто не сможет побить его рекорд. Мне не, Мне не нравится этот свитер. Мне не нравится этот свитер. Мне не нравится этот свитер. I don't like this sweater. Мне не нравится этот свитер. Чем ты обычно занимаешься по воскресеньям? Чем ты обычно занимаешься по воскресеньям? Чем ты обычно занимаешься по воскресеньям? What do you usually do on Sundays? Чем ты обычно занимаешься по воскресеньям? Я поторопился, чтобы успеть на первый поезд. Я поторопился, чтобы успеть на первый поезд. Я поторопился, чтобы успеть на первый поезд. I hurried in order to catch the first train. Я поторопился, чтобы успеть на первый поезд. Тебе не стоит использовать пиратское ПО. Тебе не стоит использовать пиратское ПО. Тебе не стоит использовать пиратское ПО. You really shouldn't use pirated software. Тебе не стоит использовать пиратское ПО. Это зависит от тебя. Это зависит от тебя. Это зависит от тебя. It's up to you to это зависит от тебя. Любой может это сделать. Любой может это сделать. Любой может это сделать. Любой может это сделать. Она пошла с ним. Она пошла с ним. Она пошла с ним. Она пошла с ним. Я не занят. Я не занят. Я не занят. I'm not busy. Я не занят. Моя сестра, короче, тебя. Моя сестра, короче, тебя. Моя сестра, короче, тебя. My is than you. Моя сестра короче тебя. Она богатая женщина. Она богатая женщина. Она богатая женщина. She is a wealthy woman. Она богатая женщина. Как называется эта река? Как называется эта река? Как называется эта река? What is the name of that river? Как называется эта река? Эти книги принадлежат им. Эти книги принадлежат им. Эти книги принадлежат им. Those books are эти книги принадлежат им. Мы сохраним его для вас, пока вы не уедете. Мы сохраним его для вас, пока вы не уедете. Мы сохраним его для вас, пока вы не уедете. Мы сохраним его для вас, пока вы не уедете. Как долго он собирается оставаться в Японии? Как долго он собирается оставаться в Японии? Как долго он собирается оставаться в Японии? How long is he going to stay in Japan? Как долго он собирается оставаться в Японии? Хорошо провела время вчера. Хорошо провела время вчера. Хорошо провела время вчера. Did you have a good time yesterday? Хорошо провела время вчера. Ты оставил включенным свой свет. Ты оставил включенным свой свет. Ты оставил включенным свой свет. You left your lights on. Ты оставил включенным свой свет. Еда остывает. Еда остывает. Еда остывает. Еда остывает. Он на два года старше Мэри. Он на два года старше Мэри. Он на два года старше Мэри. He's two years older than Mary is. Он на два года старше Мэри. Они никогда не лгут. Они никогда не лгут. Они никогда не лгут. They never tell a lie. Они никогда не лгут. Не забудь написать мне. Не забудь написать мне. Не забудь написать мне. Не забудь написать мне. Он популярен среди нас. Он популярен среди нас. Он популярен среди нас. He is popular among us. Он популярен среди нас. Кто будет присматривать за вашей собакой? Кто будет присматривать за вашей собакой? Кто будет присматривать за вашей собакой? Who will look after your dog? Кто будет присматривать за вашей собакой? Он интровертный. Он интровертный. Он интровертный. Он интровертный. Мой дядя дал мне камеру. Мой дядя дал мне камеру. Мой дядя дал мне камеру. My uncle gave me a Мой дядя дал мне камеру. Сними пальто и чувствуй себя как дома. Сними пальто и чувствуй себя как дома. Сними пальто и чувствуй себя как дома. Take off your coat and make yourself at home. Сними пальто и чувствуй себя как дома. Фрукты испортились. Фрукты испортились. Фрукты испортились. Фрукты испортились. Он шел домой пешком. Он шел домой пешком. Он шел домой пешком. He walked home. Он шел домой пешком. Или сюда, или сюда. Или сюда, или сюда. Или сюда, или сюда. For here or to go. Или сюда, или сюда. В этой комнате не так много солнца. В этой комнате не так много солнца. В этой комнате не так много солнца. This room doesn't get a lot of sun. В этой комнате не так много солнца. Они не заинтересованы в экономии денег. Они не заинтересованы в экономии денег. Они не заинтересованы в экономии денег. They are not interested in saving money. Они не заинтересованы в экономии денег. Головная боль прошла. Головная боль прошла. Головная боль прошла. My headache has gone. Головная боль прошла. Завтра пойдет, Завтра пойдет в снег. Завтра пойдет в снег. Завтра пойдет в снег. Завтра пойдет в снег. Когда я вернулся домой, Джон учился. Когда я вернулся домой, Джон учился. Когда я вернулся домой, Джон учился. When I came home, John was Когда я вернулся домой, Джон учился. Посетители не должны кормить животных. Посетители не должны кормить животных. Посетители не должны кормить животных. May not feed the Посетители не должны кормить животных. Вкусно пахнет. Вкусно пахнет. Вкусно пахнет. It smells delicious. Вкусно пахнет. Мне нужно расчесывать волосы. Мне нужно расчесывать волосы. Мне нужно расчесывать волосы. Мне нужно расчесывать волосы. Я выпишу вам рецепт. Я выпишу вам рецепт. Я выпишу вам рецепт. I'll give you a Я выпишу вам рецепт. Они красивые. Они красивые. Они красивые. They are Они красивые. Ничего не могу поделать. Ничего не могу поделать. Ничего не могу поделать. I can't help it. Ничего не могу поделать. Сними носки, пожалуйста. Сними носки, пожалуйста. Сними носки, пожалуйста. Take off your socks, Сними носки, пожалуйста. Хорошо вы мои руки. Хорошо вы мои руки. Хорошо вы мои руки. Wash your hands well. Хорошо вы мои руки. Он пришел ко мне. Он пришел ко мне. Он пришел ко мне. He came to see me. Он пришел ко мне. Ничего не пропало. Ничего не пропало. Ничего не пропало. Ничего не пропало. Он приходит сюда раз в неделю. Он приходит сюда раз в неделю. Он приходит сюда раз в неделю. He comes round once a week. Он приходит сюда раз в неделю. <звучит> Это блузка из хлопка. Это блузка из хлопка. Это блузка из хлопка. This is cotton. Это блузка из хлопка. Следуйте его примеру. Следуйте его примеру. Следуйте его примеру. Следуйте его примеру. Follow his example. Следуйте его примеру. Водитель спал в машине. Водитель спал в машине. Водитель спал в машине. А драйвер was sleeping in the car. Водитель спал в машине. Я не могу встать. Я не могу встать. Я не могу встать. I can't stand up. Я не могу встать. Берите все, что хотите. Берите все, что хотите. Берите все, что хотите. Take anything you want. Берите все, что хотите. У меня в животе рычит. У меня в животе рычит. У меня в животе рычит. My stomach is growling. У меня в животе рычит. его ответ отличается от моего его ответ отличается от моего его ответ отличается от моего His answer is different from mine. его ответ отличается от моего многие люди были обмануты рекламой Многие люди были обмануты рекламой. Многие люди были обмануты рекламой. Many people were deceived by the advertisement. Многие люди были обмануты рекламой. Я купил его. Я купил его. Я купил его. I it. Я купил его. Что ты будешь есть? Что ты будешь есть? Что ты будешь есть? What are you going to have? Что ты будешь есть? У меня красивая собачка. У меня красивая собачка. У меня красивая собачка. I have a pretty dog. У меня красивая собачка. Наши дети любят собак, но я предпочитаю кошек. Наши дети любят собак, но я предпочитаю кошек. Наши дети любят собак, но я предпочитаю кошек. Our children like dogs, but I prefer cats. Наши дети любят собак, но я предпочитаю кошек. Она носит рюкзак на спине. Она носит рюкзак на спине. Она носит рюкзак на спине. She is carrying a Она носит рюкзак на спине. Время самое ценное. Время самое ценное. Время самое ценное. Time is the most precious thing. Время самое ценное. Это не моя вина. Это не моя вина. Это не моя вина. It's not my fault. Это не моя вина. Эй, что случилось? Эй, что случилось? Эй, что случилось? Hey, what happened? Эй, что случилось? Мы сели лицом к лицу. Мы сели лицом к лицу. Мы сели лицом к лицу. We sat down face to face. Мы сели лицом к лицу. Он носил сумку полную яблок. Он носил сумку полную яблок. Он носил сумку полную яблок. He carried a bag full of apples он носил сумку полную яблок. супермаркет открывается в 10 часов. супермаркет открывается в 10 часов. супермаркет открывается в 10 часов супермаркет открывается в 10 часов. Она пошла домой. Она пошла домой. Она пошла домой. Она пошла домой. Я бы хотел выпить кофе. Я бы хотел выпить кофе. Я бы хотел выпить кофе. I'd like to have a coffee. Я бы хотел выпить кофе. Мой отец заставил меня помыть машину. 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 Ей только что исполнилось двенадцать. Ей только что исполнилось двенадцать. Ей только что исполнилось двенадцать. She has just turned Ей только что исполнилось 12. Это больно? Это больно? Это больно? Does this hurt? Это больно? У меня есть идея. У меня есть идея. У меня есть идея. I have an idea. У меня есть идея. Я почти уверен. Я почти уверен. Я почти уверен. I am pretty sure. Я почти уверен. Она не умеет плавать. Она не умеет плавать. Она не умеет плавать. She can't swim. Она не умеет плавать. Ты где-нибудь видел мои очки? Ты где-нибудь видел мои очки? Ты где-нибудь видел мои очки? Have you seen my glasses anywhere? Ты где-нибудь видел мои очки? Простите, можно я открою окно? Простите, можно я открою окно? Простите, можно я открою окно? Excuse me, but may I open the window? Простите, можно я открою окно? Он преодолел множество трудностей. Он преодолел множество трудностей. Он преодолел множество трудностей. He overcame many difficulties. Он преодолел множество трудностей. Собака копала яму. Собака копала яму. Собака копала яму. The dog was digging a hole. Собака копала яму. Не хватает вилки. Не хватает вилки. Не хватает вилки. There is a fork missing. Не хватает вилки. Как вы познакомились? Как вы познакомились? Как вы познакомились? How did you come to know each other? Как вы познакомились? Ты поможешь мне с домашним заданием? Ты поможешь мне с домашним заданием? Ты поможешь мне с домашним заданием. Will you help me with my homework? Ты поможешь мне с домашним заданием. Не могли бы вы принести мне подушку и одеяло, пожалуйста. Не могли бы вы принести мне подушку и одеяло, пожалуйста. Не могли бы вы принести мне подушку и одеяло, пожалуйста. Could you bring me a pillow and blanket, please? Не могли бы вы принести мне подушку и одеяло, пожалуйста. Кто-то играет на пианино. Кто-то играет на пианино? Кто-то играет на пианино. Somebody is playing the piano. Кто-то играет на пианино. Он решил поехать за границу. Он решил поехать за границу. Он решил поехать за границу. He decided to Он решил поехать за границу. Почему бы тебе не пойти со мной в кино? Почему бы тебе не пойти со мной в кино? Почему бы тебе не пойти со мной в кино? Why don't you come to the with me? Почему бы тебе не пойти со мной в кино? Ее книги продаются довольно хорошо. Ее книги продаются довольно хорошо. Ее книги продаются довольно хорошо. Her books sell pretty well. Ее книги продаются довольно хорошо. Он все еще здесь. Он все еще здесь. Он все еще здесь. He is still here. Он все еще здесь. Цены продолжали расти. Цены продолжали расти. Цены продолжали расти. Prices continue to rise. Цены продолжали расти. Хотите я вам помогу? Хотите я вам помогу? Хотите я вам помогу? Would you like me to help you? Хотите я вам помогу? Ты знаешь, когда она придет? Ты знаешь, когда она придет? Ты знаешь, когда она придет? Do you know when she will come? Ты знаешь, когда она придет? Мне нужна бумага. Мне нужна бумага. Мне нужна бумага. I need some paper. Мне нужна бумага. Что вас интересует? Что вас интересует? Что вас интересует? What are you interested in? Что вас интересует? Я из Токио. Я из Токио. Я из Токио. I'm from Tokyo. Я из Токио. Надеюсь, тебе весело. Надеюсь, тебе весело. Надеюсь, тебе весело. I hope you're having fun. Надеюсь, тебе весело. Мало кто из студентов знал его имя. 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 Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? What are you doing? Что ты делаешь? Хорошие студенты усердно учатся. Хорошие студенты усердно учатся. Хорошие студенты усердно учатся. Good study hard. Хорошие студенты усердно учатся. Мой дом большой. Мой дом большой. Мой дом большой. My house is big. Мой дом большой. <звучит> Моя идея сильно отличается от твоей. Моя идея сильно отличается от твоей. Моя идея сильно отличается от твоей. My idea is quite different from yours. Моя идея сильно отличается от твоей. Почему ты так злишься на него? Почему ты так злишься на него? Почему ты так злишься на него? Why are you so angry with him? Почему ты так злишься на него? Я еще, не Я еще не закончила домашнее задание. Я еще не закончила домашнее задание. Я еще не закончила домашнее задание. I haven't finished my homework yet. Я еще не закончила домашнее задание. <звук> Я не умею плавать. Я не умею плавать. Я не умею плавать. I can't swim. Я не умею плавать. Я искал ключ. Я искал ключ. Я искал ключ. I for the key. Я искал ключ. Фильм уже начался. Фильм уже начался. Фильм уже начался. Has the movie started yet? Фильм уже начался? Мне кажется, что он честен. Мне кажется, что он честен. Мне кажется, что он честен. It seems to me that he is honest. Мне кажется, что он честен. я посетил деревню, где он родился. я посетил деревню, где он родился. Я посетил деревню где он родился Я посетил деревню, где он родился. Это то, что мы хотим знать. Это то, что мы хотим знать. Это то, что мы хотим знать. That's what we want to know. Это то, что мы хотим знать. Ты выглядишь очень уставшей. Ты выглядишь очень уставшей. Ты выглядишь очень уставшей. Ты выглядишь очень уставший. Еще раз, пожалуйста. Еще раз, пожалуйста. Еще раз, пожалуйста. Once more, please. Еще раз, пожалуйста. У него своя машина. У него своя машина. У него своя машина. He has his own car. У него своя машина. Не могли бы вы ехать медленнее? Не могли бы вы ехать медленнее? Не могли бы вы ехать медленнее? Could you drive more slowly? Не могли бы вы ехать медленнее? Чей он друг? Чей он друг? Чей он друг? Whose is he? Чей он друг? Целый день шел сильный дождь. Целый день шел сильный дождь. Целый день шел сильный дождь. It rained hard all day. Целый день шел сильный дождь. Вы можете учиться здесь. Вы можете учиться здесь. Вы можете учиться здесь. You can study here. Вы можете учиться здесь. Наш холодильник вышел из строя. 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 Вышел из строя. Родители доверяют ему. Родители доверяют ему. Родители доверяют ему. He is trusted by his parents. Родители доверяют ему. Решать тебе. Решать тебе. Решать тебе. Решать тебе. Я хочу воды. Я хочу воды. Я хочу воды. I want some water. Я хочу воды. Вы когда-нибудь видели Токио Тауэр? Вы когда-нибудь видели Токио Тауэр? Вы когда-нибудь видели Токио Тауэр? Have you ever seen Tokyo Tower? Вы когда-нибудь видели Токио Тауэр? Чьи это туфли? Чьи это туфли? Чьи это туфли? Whose shoes are these? Чьи это туфли? Он чувствует, себя очень Он чувствует себя очень счастливым. Он чувствует себя очень счастливым. Он чувствует себя очень счастливым. He feels very happy. Он чувствует себя очень счастливым. Я представлю вам ее мужа. Я представлю вам ее мужа я представлю вам ее мужа. I will introduce her husband to you. Я представлю вам ее мужа. Я проснулся от сна. Я проснулся от сна. Я проснулся от сна. I awoke from a dream. Я проснулся от сна. У нее в руке цветы. У нее в руке цветы. У нее в руке цветы. She has flowers in her hand. У нее в руке цветы. Он побежал в комнату. Он побежал в комнату. Он побежал в комнату. He ran into the room. Он побежал в комнату. Эта книга, Эта книга не продается. Эта книга не продается. Эта книга не продается. This book is not for sale. Эта книга не продается. У меня много дел. У меня много дел. У меня много дел. I have many to do. У меня много дел. Если бы я только мог говорить по-английски. Если бы я только мог говорить по-английски. Если бы я только мог говорить по-английски. If only I could speak English. Если бы я только мог говорить по-английски. Он студент средней школы. Он студент средней школы. Он студент средней школы. He is a student at a high school. Он студент средней школы. Ты звонил своему другу в Канаду. Ты звонил своему другу в Канаду. Ты звонил своему другу в Канаду. Did you call your friend in Canada? Ты звонил своему другу в Канаду. Что случилось? Что случилось? Что случилось? What happened? Что случилось? Ты здесь новенький? Ты здесь новенький? Ты здесь новенький? Are you new here? Ты здесь новенький? Оставь эти деньги себе. Оставь эти деньги себе. Оставь эти деньги себе. Keep this money for me. Оставь эти деньги себе. Мой дом рядом со станцией. Мой дом рядом со станцией. Мой дом рядом со станцией. My house is near the station. Мой дом рядом со станцией. Почему ты так говоришь? Почему ты так говоришь? Почему ты так говоришь? Why do you say that? Почему ты так говоришь? Этот роман трудно понять. Этот роман трудно понять. Этот роман трудно понять. This novel is difficult to understand. Этот роман трудно понять. Во сколько вы прибыли туда? 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 Я сделаю все, что в моих силах. Я сделаю, все, Я сделаю все, что в моих силах. Я сделаю все, что в моих силах. I'll do my best. Я сделаю все, что в моих силах. Думаю, да. Думаю, да. Думаю, да. I think so. Думаю, да. Сделай это прямо сейчас, пока ты не забыл. Сделай это прямо сейчас, пока ты не забыл. Сделай это прямо сейчас, пока ты не забыл. Do it right now, before you forget. Сделай это прямо сейчас, пока ты не забыл. Я устал. Я устал. Я устал. I'm tired now. Я устал. Она отсутствовала в школе пять дней. Она отсутствовала в школе пять дней. Она отсутствовала в школе пять дней. She has been absent from school for five days. Она отсутствовала в школе пять дней. Он прав? Он прав? Он прав. Is he right? Он прав. Скажи мне, чего ты хочешь. Скажи мне, чего ты хочешь. Скажи мне, чего ты хочешь? want. Скажи мне, чего ты хочешь. Давайте разделим счет. Давайте разделим счет. Давайте разделим счет. Let's split the bill. Давайте разделим счет. Ты сейчас занят? Ты сейчас занят? Ты сейчас занят? Are you busy now? Ты сейчас занят? У меня есть туристическая виза. У меня есть туристическая виза. У меня есть туристическая виза. I have a tourist visa. У меня есть туристическая виза. <звы> Я занят в офисе. Я занят в офисе. Я занят в офисе. I am tied up at the office. Я занят в офисе. Завтра день матери. Завтра день матери. Завтра день матери. Tomorrow is Mother's Day. Завтра день матери. Могу я одолжить ваш словарь? Могу я одолжить ваш словарь? Могу я одолжить ваш словарь? May I borrow your dictionary? Могу я одолжить ваш словарь? Ты когда-нибудь видел кенгуру? Ты когда-нибудь видел кенгуру? Ты когда-нибудь видел кенгуру? Have you ever seen a kangaroo? Ты когда-нибудь видел кенгуру? Мне не нравится эта куртка. Мне не нравится эта куртка. Мне не нравится эта куртка. I don't like this jacket. Мне не нравится эта куртка. Прогноз погоды не обязательно является надежным. Прогноз погоды не обязательно является надежным. Прогноз погоды не обязательно является надежным. The is not Прогноз погоды не обязательно является надежным. Это их дом. Это их дом. Это их дом. house. Это их дом. Черная ткань поглощает свет. Черная ткань поглощает свет. Черная ткань поглощает свет. Black cloth absorbs light. Черная ткань поглощает свет. Эта рубашка слишком мала, чтобы я могла ее носить. Эта рубашка слишком мала, чтобы я могла ее носить. Эта рубашка слишком мала, чтобы я могла ее носить. Эта рубашка слишком мала, чтобы я могла ее носить. Он играл в теннис. Он играл в теннис. Он играл в теннис. He played tennis. Он играл в теннис. Говорят, он хороший врач. Говорят, он хороший врач. Говорят, он хороший врач. He is said to be a good doctor. Говорят, он хороший врач. Успокойся. 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 Take it easy. Успокойся. Ты много знаешь о сумо. Ты много знаешь о сумо. Ты много знаешь о сумо. You know quite a lot about sumo. Ты много знаешь о сумо. Не могли бы вы расписаться здесь? Не могли бы вы расписаться здесь? Не могли бы вы расписаться здесь? Could you sign here? Не могли бы вы расписаться здесь? Я проголодался. Я проголодался. Я проголодался. I felt hungry. Я проголодался. Самолет пролетел над горой. Самолет пролетел над горой. Самолет пролетел над горой. The plane flew over the mountain. Самолет пролетел над горой. Она выбила дверь. Она выбила дверь. Она выбила дверь. She kicked the door. Она выбила дверь. Я влюбился в нее с первого взгляда. Я влюбился в нее с первого взгляда. Я влюбился в нее с первого взгляда. I fell in love with her at first sight. Я влюбился в нее с первого взгляда. Виноград созрел. Виноград созрел. Виноград созрел. These grapes are ripe. Виноград созрел. Сначала он пошел в фруктовый магазин. Сначала он пошел в фруктовый магазин. Сначала он пошел в фруктовый магазин. He went to a fruit store first. Сначала он пошел в фруктовый магазин. Мое хобби – собирать монеты. Мое хобби – собирать монеты. Мое хобби — собирать монеты. My hobby is collecting coins. Мое хобби — собирать монеты. Сегодня ужасно жарко. Сегодня ужасно жарко. Сегодня ужасно жарко. It's awfully hot today. Любия, Сегодня ужасно жарко. Мы живем рядом с большой библиотекой. 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 Я из Сингапура. Я из Сингапура. Я из Сингапура. I'm from Singapore. Я из Сингапура. Я подожду тебя. Я подожду тебя. Я подожду тебя. I'll wait for you. Я подожду тебя. Я ужасно голоден. Я ужасно голоден. Я ужасно голоден. I am terribly hungry. Я ужасно голоден. Ты должен содержать свою комнату в чистоте. Ты должен содержать свою комнату в чистоте. Ты должен содержать свою комнату в чистоте. You must keep your room clean. Ты должен содержать свою комнату в чистоте. Я вернулся домой на поезде. Я вернулся домой на поезде. Я вернулся домой на поезде. I returned home by train. Я вернулся домой на поезде. Я не могу перестать смеяться. 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 Я повредил локоть. Я повредил локоть. Я повредил локоть. I hurt my elbow. Я повредил локоть. Он родился в Африке. Он родился в Африке. Он родился в Африке. Он родился в Африке. Она путешествовала по всему миру. 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 Не сердись так. Не сердись так. Не сердись так. Don't be so angry. Не так. Не Давайте откроем окно. Давайте откроем окно. Давайте откроем окно. Let's open the Давайте откроем окно. Ты скоро поправишься. Ты скоро поправишься. Ты скоро поправишься. You'll get well soon. Ты скоро поправишься. Цены подскочили. Цены подскочили. Цены подскочили. Цены подскочили. Я позвоню тебе сегодня попозже. Я позвоню тебе сегодня попозже. Я позвоню тебе сегодня попозже. I'll call you later today. Я позвоню тебе сегодня попозже. Я перезвоню позже. Я перезвоню позже. Я перезвоню позже. I'll call again later. Я перезвоню позже. Я перезвоню позже. Я перезвоню позже. Здесь поблизости есть супермаркет. Здесь поблизости есть супермаркет. Здесь поблизости есть супермаркет. Is there a supermarket near here? Здесь поблизости есть супермаркет. Ты работаешь? Ты работаешь? Ты работаешь? Are you working? Ты работаешь? Я протестую против того, чтобы она пошла туда одна. Я протестую против того, чтобы она пошла туда одна. Я протестую против того, чтобы она пошла туда одна Я протестую против того, чтобы она пошла туда одна. Эти продукты продаются как горячие пирожки. Эти продукты продаются как горячие пирожки. Эти продукты продаются как горячие пирожки. These products are selling like hot cakes. Эти продукты продаются как горячие пирожки. В чем твоя сильная сторона? В чем твоя сильная сторона? В чем твоя сильная сторона? strong points? В чем твоя сильная сторона? Я сделаю это сам. Я сделаю это сам. Я сделаю это сам. I will do it myself. Я сделаю это сам. Моя сестра ходит на уроки игры на фортепиано дважды в неделю. Моя сестра ходит на уроки игры на фортепиано дважды в неделю. Моя сестра ходит на уроки игры на фортепиано дважды в неделю. My sister takes piano lessons twice a week. Моя сестра ходит на уроки игры на фортепиано дважды в неделю. Ты не хочешь пить? Ты не хочешь пить? Ты не хочешь пить? Ты не хочешь пить? Этого я и ждал. Этого я и ждал. Этого я и ждал. This is what I was waiting for. Этого я и ждал. Чья это сумка? Чья это сумка? Чья это сумка? Whose bag is this? Чья это сумка? Хочешь еще чашечку молока? Хочешь еще чашечку молока? Хочешь еще чашечку молока? Will you have another cup of milk? Хочешь еще чашечку молока? Вчера шел дождь. Вчера шел дождь. Вчера шел дождь. It was raining yesterday вчера шел дождь мой телефон, мой телефон не работает мой телефон не работает мой телефон не работает мой телефон не работает у него нет детей у него нет детей. У него нет детей. He has no children. У него нет детей. Здесь пять карандашей. Здесь пять карандашей. Здесь пять карандашей. There are five pencils here. Здесь пять карандашей. Он на восьмом этаже. Он на восьмом этаже. Он на восьмом этаже. It's on the eighth floor. Он на восьмом этаже. Париж – столица Франции. Париж – столица Франции. Париж – столица Франции. Paris is the capital of France. Париж — столица Франции. Он подробно описал место происшествия. Он подробно описал место происшествия. Он подробно описал место происшествия. He described the scene in detail. Он подробно описал место происшествия. Ваша ванна готова. Ваша ванна готова. Ваша ванна готова. Your bath is ready. Ваша ванна готова. Они все одинаковые. Они все одинаковые. Они все одинаковые. They are all the same. Они все одинаковые. Закрой глаза, пожалуйста. Закрой глаза, пожалуйста. Закрой глаза, пожалуйста. Закрой глаза, пожалуйста. Теперь я свободен. Теперь я свободен. Теперь я свободен. I'm free now. Теперь я свободен. Ты когда-нибудь видел панду? Ты когда-нибудь видел панду? Ты когда-нибудь видел панду? Have you ever seen a panda? Ты когда-нибудь видел панду? Он способен преподавать французский язык. Он способен преподавать французский язык. Он способен преподавать французский язык. He is capable of teaching French. Он способен преподавать французский язык. Я сказала ему прийти. Я сказала ему прийти. Я сказала ему прийти. I told him to come. Я сказала ему прийти. Выберите между этими двумя. Выберите между этими двумя. Выберите между этими двумя. Choose between these two. Выберите между этими двумя. У него хорошая камера. У него хорошая камера. У него хорошая камера. He has got a good camera. У него хорошая камера. Обычно я иду в школу пешком. Обычно я иду в школу пешком. Обычно я иду в школу пешком. I usually walk to school. Обычно я иду в школу пешком. Ты можешь прийти на ужин сегодня вечером. Ты можешь прийти на ужин сегодня вечером. Ты можешь прийти на ужин сегодня вечером. Can you come for dinner tonight? Ты можешь прийти на ужин сегодня вечером. Который мой? Который мой? Который мой? Which is mine? Который мой? Мне это совсем не нравится. Мне это совсем не нравится. Мне это совсем не нравится. I don't like it at all. Мне это совсем не нравится. Сегодня понедельник. Сегодня понедельник. Сегодня понедельник. Сегодня понедельник. Пожалуйста, ответьте на звонок. Пожалуйста, ответьте на звонок. Пожалуйста, ответьте на звонок. Пожалуйста, ответьте на звонок. Ответь на звонок. Ответь на звонок. Ответь на звонок. Ответь на звонок. Answer the phone. Ответь на звонок. Из-за плохой погоды самолет опоздал. 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 Дайте мне стул, пожалуйста. Дайте мне стул, пожалуйста. Дайте мне стул, пожалуйста. Get me a chair, please. Дайте мне стул, пожалуйста. Я должен гладить свою рубашку. Я должен гладить свою рубашку. Я должен гладить свою рубашку. I have to iron my shirt. Я должен гладить свою рубашку. Очевидно, он ошибается. Очевидно, он ошибается. Очевидно, он ошибается. Очевидно, он ошибается. Obviously, he is wrong. Очевидно, он ошибается. Ты закончил читать роман. Ты закончил читать роман. Ты закончил читать роман. Have you finished reading the novel? Ты закончил читать роман. Он извинился. Он извинился. Он извинился. He made an apology. Он извинился.